Здравствуйте, друзья. Молодой человек, проживающий в областном центре, видимо, где-то в Российской Федерации, прослушал курс, который у нас есть бесплатно по тестированию на русском языке, и хочет искать работу. А он заканчивает еще институт, то есть он как бы на полную занятость не может, вот может быть там частично. И его интересует вопрос, как вот быть, как себя предложить. Может быть, предложить себя как бесплатного там практиканта. Значит, вот как? А позиций мало на эту тему. Значит, я думаю, что, скажем так, на американский манер, да, вот вы уже сами тогда адаптируете для той местности, где вы находитесь, но я бы написал такое резюме и сказал: я вот заканчиваю институт, я прошел курс по тестированию, я очень увлекаюсь этой профессией, письмецо напишите небольшое, очень увлечен и хотел бы посвятить себя вот этому. И для того, чтобы приобрести опыт, я с удовольствием в вашей компании там поработал бы практикантом, даже бесплатно. Вот. Но дальше, и резюме, соответственно. Значит, но дальше, что бы я с этим сделал? Я бы пошел смотреть абсолютно любые объявления, не только по тестированию, но и по программированию. То есть всюду, где нужны программисты, в принципе, могут быть нужны и тестеры. И если даже, например, тестер может быть нужен, но нет денег там в штатном расписании, вот, а тут вы. Прелесть вот этой рассылки туда, где никто и не просил тестера, состоит в том, что кроме вас там никого больше нет. То есть, если они получат резюме на тестера и, в принципе, готовы были бы рассмотреть, то ваше резюме единственное. Те, кто дали объявление на тестера, тестировщика, как там говорят, да, значит, у них может быть какое-то количество резюме в принципиальном плане не хуже вашего. А может быть, в чем-то и лучше, там даже, я не знаю. Вот. И они могут позвать, могут не позвать, могут позвать, но не взять, потому что кто-то был сильнее там и так далее. А когда вы себя предлагаете в таком месте, где даже им и в голову не приходило, вот, и тут вы. И они как бы могут тоже. То есть я думаю, что есть, не то что думаю, из нашего опыта на местности, вот здесь, на американской. То есть это работает. И, допустим, если бы я вот в Кремниевой долине такое письмо посылал, то, может быть, ну, там на 10 мест, куда я послал, может быть, с одного, а то из двух мне бы позвонили. Я не имею в виду, если бы я посылал там на бесплатного какого-нибудь, может быть, просто бы там на работу оплаченную. Но там, где платят программисту, там, наверное, платят и тестеру. И вот я в этой ситуации, потому что на интерншипы мы сами их раздаем нам. У нас такого опыта нет, чтобы там искать на рынке, но просто, когда люди работу ищут на рынке, я им говорю, вот, допустим, ты живешь в таком-то месте, у меня онлайновый класс, они по всей стране живут. Есть места, где там в неделю там 3-4 позиции может быть, знаете, и они говорят, как быть, я говорю, посылай туда, где программистов нанимают. И, в общем, более-менее работает, то есть, как бы есть много подтверждений тому, что это вполне реальный способ, так что попробуйте, я думаю, что должно сработать. Я не вижу, почему нет. Хотя, конечно, на местности, сами понимаете, всюду свои нюансы. И может сработать совсем по-другому. Или вообще никак. Счастливо!